Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы рассмотрим фигурку Джона Хекса от компании DC Direct по одноименному фильму, вышедшему в 2010 году. На голове героя широкополая шляпа со скрещенными саблями. Сверху на форму накинут старый грязный плащ. Под ним мундир с крупными пуговицами. К поясу с каждого бока крепится кобура с револьвером. Штаны с желтыми лампасами заправлены высокие кожаные сапоги со шпорами, покрытые дорожной грязью. На обратной стороне фигурки видно, что к поясу также приторочен патронтаж. Во время гражданской войны в США Джона Хекс воевал на стороне Конфедерации, пока не предал офицера Квентина Тёрнбула, не выполнив приказ об уничтожении больницы. Тёрнбулл сжег дом Джона вместе с его женой и сыном. Затем он клеймил Джону, оставив инициалы, которые тот впоследствии стер раскаленным томагавком, изуродовав свое лицо. Несколько дней спустя его нашли индейцы. Джона оказался на грани жизни и смерти, однако, придя в сознание, понял, что может общаться с мертвыми, которые могли сказать то, чего не знают живые. Артикуляция. Голова на шарнире. Рука подвижна в плече. Сгибается в локте. Подвижно в кисти. Имеется соединение в груди. Артикуляция в поясе. Ноги на шарнирах. Сгибаются в коленях. Подвижный в районе ступни. Аксессуары. Стэн, шляпа Джоны, два его револьвера и две пары сменных кистей. Для своей ценовой категории фигурка весьма привлекательна. В наличии отличный скульпт, хорошего качества костюм и неплохой набор аксессуаров. Любителям данного персонажа рекомендуется. Большое спасибо за внимание, всем удачи и до следующей встречи.